Добрый день, это Винтермит Сканда, то есть Целнда, нидерландский бренд, это сток. Каждая вещь находится в индивидуальной упаковке, которую я сняла, чтобы лучше было видно. Итак, первое, это кружевной топ XL. У него достаточно высокая цена, но здесь много премиальной линии, я вам покажу. Здесь у нас 80C, бюстгальтер. Боксеры мужские Элька, хлопок с бубенцами на новогоднюю тематику. Новогодняя тематика здесь тоже попадается, вот, но, наверное, это неплохо, потому что мы как раз успеваем все это дело хорошо вывешать и заинтересовать клиента, потому что многие уже начинают думать о том, что скоро Новый год. 95B, мягкая чашка на кости и набор трусиков XL. То есть, где набор, там считается за единицу. Джессика, хлопковая кофточка XL. Очень много больших размеров, очень много. Брюки, 44 размер европейский, к нему надо прибавить 6, потому что, ну, голландский бренд вот такой. Вот смотрите, вот этикетка черного цвета и вот здесь вот PR, премиум. Вот он и говорит о том, что эта вот юбка, допустим, она из этой линии, которая подороже. Есть премиальная линия у всех масс-маркетовских брендов и у H&M тоже. Итак, 46-й европейский, это значит 52-й русский. Шикарная юбка плиссе, отличная. Вот видите, Джессика, тоже премиальная линия, вот ИПР написано. 46-й европейский, тоже мне очень понравилось платье, оно и легкое. В то же время такое интересное, оно, видите, все тянется, красивое. Вообще, вот вы сейчас можете сами посмотреть, но мне кажется, что здесь непродажных вещей прямо нет. 50-й европейский Клокхаус, да, видите, уже не черная этикетка, и поэтому это не премиальная линия. Шикарная туника 56-го российского, 50-го европейского. Утепленная. Леггинсы спортивные Эска. Вот, видите, тот же Клокхаус, но уже черная этикетка. То есть это уже премиальная линия, поэтому у него цена дороже. Это можно объяснить клиентам, многие через интернет знают, что это такое. Она немножко с ворсом, она утепленная. А, по размеру 3X. 3XL. Совершенно классный пиджак, двубортный, женский, размер европейский 40-й, тоже премиальная линия. Классно. Мужская рубашка XL, хлопок. Их здесь будет две, вторая будет с галстуком. Повторы есть, но мешок на мешок не похож и различаются. Повторов немного в мешке. Итак, 2X, это такая... Похоже на флис кофточка, у нее еще есть резинка внизу. Джемпер мужской, размер М. Джемпер Канда Дисней XS. 34 скини, Клокхаус, да, скини. 34 размер, 34 рост. Размеров много больших. Это Канда, Дисней от Канды. Так, это оверсайз, у него размер XL. XL кофточка женская, хлопок, хороший состав ткани. Вот эти вот хлопковые штаны Элька, они вроде бы для беременных, но в принципе носить их могут все, у них манжеты внизу. Элька. 46-й размер юбка Канда, она такая, как джерси, хорошая длина, и она на резинке хорошо тянется. База Элька, хлопок. Футболка 3XL, хлопок. Джемпер XL.
Здесь я не стала их разворачивать. Это тоже Канда. Вот видите, черная этикетка. Опять же, премиум. Это такие кожзам штанишки. Штанишки кожзам. Размер у них 34. То есть они XS. Одна часть лота. Подробности об этом лоте вы можете узнать, нажав на название. Вот здесь попалась какая-то сувенирка детская. Я так подозреваю, что это флисовый плед либо одеялка. Эска тоже, вот она тоже с утеплителем, видите? Женская толстовка на замке, S размер. Здесь, наверное, это мужские все-таки. По размеру они не указан, не указан размер, но вы сами видите, что они очень большие на замке. Большие еще и тянутся. Спортивная кофта XS. Кардиган М-ка, он длинный, с карманчиками, приятный такой хлопок с шерстью. Вот видите, такие же штанишки, там были Л-ка, а эти М-ка. Размерные ряды, кстати, тоже удобно продавать. Вот это посчитано за одну единицу, потому что это костюм. Размер М, тонкий хлопок, домашний трикотаж. Вот. То есть это получается одна единица. Прикольная футболка 4Х. Хлопок, тонкий джемпер, элька. А, топ с лифом внутри, хлопковый топ с лифом внутри, размер L. Удобная, кстати, для зимы вещичка. Некоторые я не стала разворачивать. Вот смотрите, здесь попался мустанг. Джинсы Мустанг, 32 размер, 30 рост. Но мустанги, как мустанги, они всегда такие, классические образец. Рубашка с длинным рукавом, эска, хлопок. Рубашка, вот это она потеплее чуть-чуть, это эска, хлопок. Футболка XL, хлопок. Это женская, вот, лав написано. Такая удлиненная блузка, хлопок. 48 европейский размер, к нему 6 прибавляем. Джинсы 36 размер. Женские. Эска. Детская футболка попалась, подростковая, рост 140. Блузка 42 европейский. Блузка 36. Толстовка L, она с утеплителем Disney, Канда от Disney, Disney вернее от Канды, 36 размер, классные клёши, посмотрите, шикарные просто. И такая же толстовка XS, то есть это L-ка, а это XS для двух подружек, например. Ну и тут они оверсайз, поэтому... Вот еще одна рубашка, там была, по-моему, элька, а здесь 3Х, и к ней в придачу галстук. То есть это идет комплектом. Ну, по крайней мере, так было завернуто. Домашняя футболка удлиненная 2XL, тоже Канда от Диснея. Как она, как платье. Шортики... 36 размер на высокой талии. Вот это тоже костюм, домашний костюм. Скорее всего, он эска. Ну, да, он эска. Вот это тоже костюм. Хлопок. Хлопковая блузка 42 размер. А, удлиненное платье элька. Угу. Ну, длина у него хорошая. Скини 40 размер. Тянутся. 40 имеется в виду европейский. Джинсовая туника 40 европейского. И джинсы, они тоже премиум quality, 40 размер европейский. То есть 46 с красивым таким ремнем. Подробности об этом видео вы сможете лоте узнать под названием.